стопа. Сначала этот золотой скайлайн, 34. Сколько оттенков зелени? Там же дава будет. Красиво. Дубовик, его преследуют седы. После этого мне будет говорить, что он газ давит в квалификации. Не давит? Ну, а сейчас видно? Сейчас давит. Вот так машина должна дымить. Не вижу кого. Гроссмана, по-моему. Эту парочку я не знаю. Так выглядит техпарк. Зрители потихонечку уже собираются. И Red Ring. Две белые футболки – это судьи. И пока пустая трасса. Сегодня очень-очень жарко. Катывают друг к другу. Не знаю, кто эти пилоты, не вижу отсюда, по машинам не узнаю. А вот и готовится пара еще одна, прикатывается друг к другу.
Красном кольце давно не было такой аварии. Не знаю, что случилось. А что случилось? Есть информация? Ну, его столкнули туда, он пошел в стену. Офигеть. Сам цел? Капец. Светофор списали? Его столкнули туда, да, в светофор? Его столкнули? Ну, сам он целый, там нормально? Есть информация по пилоту? Ужасти. ГТ-4 тоже опасный вид спорта. Почему тоже? Говорят, даже судьи пострадали, которые здесь стояли. Вот сюда он влетел, боролся с кем-то. Кто-то его зад, что ли, подударил. И вот он сюда влетел. И судьи, которые здесь стояли, сейчас находятся в скорой. Хорошо, что рядом стояла скорая. Теперь они все в скорой. Не знаю, в каком состоянии, говорят, это более-менее все живы, целы. Думаю, по таймингу соревнования сегодня затянется. Сейчас только что чуть не задавили еще одного фотографа. Говорят, девушка, которая там стояла, судья, пострадала. Сейчас есть скорой. С перебинтованной головой, все в крови. Этап начался. Парные заезды, смотрим. Только что проехал дубовик, но я не успела. Сейчас узнаем о результатах этой пары. Кстати, идет трансляция, смотрите. Все увидите сами вживую. Так вот приветствует. Прекрасная публика загорающая. Почему у нас на Востоке так не загорают? Прогрев. Это всего лишь прогрев. Oh!
Финальный заезд. Непонятно для меня причине перезаезд заезда. Отсюда не слышно решения судей. Второй заезд. Финального заезда. Почему там был перезаезд, я не знаю. Наверняка уже знаете вы. В очередной раз все понятно. Знаете, когда вернулась моя команда после зимних гонок и говорила, что тут творится нечто непонятное, что местные пилоты обвиняли их еще во всех смертных грехах, я, честно говоря, не верила до конца, потому что как же это спортсмены, как же спортивное поведение. Сейчас была лично участника, можно даже сказать, ситуации, когда подошел чей-то механик, я еще выясню, чей, и давай тут рассказывать, что мы не умеем ездить, что Седых слишком быстро разгоняется, и это плохо. Кричал матами в моей палатке. Он стоит и кричит матами на моего сокоманника, на моего мужа. Мне кажется, это сверх некрасиво, сверх нетактично и сверх неправильно. Конечно же, я ему сказал, если вы не пилот, прошу вас удалиться. На что была послана «на», «вы» и так далее. Но моя команда не могла это позволить. Вышел мой механик, заступился за меня. Тут уже держали меня все. И вы знаете, что я хочу сказать? Я считаю, что если вы не умеете быстро ездить, мне кажется, сверх некрасиво, когда пилоты начинают друг друга оскорблять на брифинге, на официальном. И когда Калюжных от всей РДС Сибири кричит, что победитель этапа, вы все видели, как он ехал. Никто лучше него не проехал, парный. Он черт, и это считает вся РДС Сибирь. Знаете, вы не пилоты, вы не спортсмены. Фу, такими быть.